Всем привет! Доброго времени суток! Как ваши дела? Как ваше настроение? Чем вы занимаетесь? Пишите, будет очень интересно почитать. Я на долгое время пропала, я извиняюсь. Спасибо большое тем, кто писал, спрашивал, как у меня дела, все ли у меня хорошо. Большой привет Риточке! Спасибо большое, что беспокоитесь, узнаете. Это очень-очень приятно. Ну что, девочки, мальчики, начинаю я снова свое похудение, можно сказать, даже не похудение, а более правильное питание. Прошло 3,5 месяца с момента последнего взвешивания. После этого я перестала худеть. Мы поехали в отпуск. Свекровь очень вкусно готовила, кормила. И после этого я никак не смогла сесть на диету. Но самое интересное то, что я не поправилась за 3,5 месяца ни на килограмм. В чем секрет, вы спросите? Секрета никакого нету. Я кушала все. Булочки, шоколадки, хлеб. Я очень люблю хлеб. Булочки не очень люблю. Но последнее время почему-то на них подсела. Но думаю, ну все, хватит. А то это закончится очень плохо. Вы знаете, у меня сломались весы. У меня сын сломал мои первые весы. Я заказала себе новые, купила уже, наверное, 2 месяца назад, но только сейчас пришла к тому, что пора худеть, начинаем. Так почему же я не поправилась? Для меня это не загадка, потому что после похудения я очень долго возвращаю свои килограммы. Вот единственное, что в моем организме, это хорошо. Но со временем все равно я их набираю и даже больше, чем были. Мои планы очень большие и грандиозные. Я хочу похудеть за 8 месяцев на 40 килограмм. То есть весить 53 килограмма. Сейчас мой вес 93. Мои объемы, как ни странно, изменились на сантиметр. Что объем талии, что объем груди и бедер. Ровно везде по сантиметру. Хотя килограммы не ушли, а объем на целый сантиметр ушел. Вот это для меня загадка, если честно. Ну, это очень-очень хорошо. Я набрала сил, и теперь я собираюсь худеть дальше. Присоединяйтесь, кто хочет похудеть, кто худеет, пишите ваши результаты. Это очень стимулирует. И хочу вас поблагодарить за вашу поддержку, которая помогла мне похудеть на 21 килограмм за 3 месяца. Ну, конечно, это был срок намного дольше, но в основном я похудела за 3 месяца, так как в первом моем похудении у меня также были срывы. Конечно, короткие, там на месяц, на недельку. Но в основном за 3 месяца я сбросила 21 килограмм. Сейчас я хочу сбросить за 8 месяцев 40 килограмм. Я считаю, что это реальные цифры, это не быстро. По 5 килограмм в месяц, я считаю, это нормально и реально худеть. Так что присоединяйтесь, жду также вашу поддержку, которая мне помогла похудеть в первый раз. Это очень стимулирует, очень дисциплинирует. Так что, пожалуйста, поддержите, мне очень-очень это нужно. Также бы я очень хотела прояснить один вопрос. Мне пишут очень-очень много на старые видео о медведице, куда она пропала, где ее канал, почему, когда набираем ее канал, высвечивается ваш. Честно, надоели эти вопросы, я отвечу один раз, чтобы больше к этому не возвращаться и чтобы каждому постоянно не отвечать на один и тот же вопрос. Медведица никуда не пропала, канал у нее также существует, но она его переименовала. Теперь он называется «Сам себе диетолог», только написан на украинском языке. Сначала я подумала, что это второй ее канал, так как подписчиков намного меньше, чем был на «Медведице». Я думала, что это второй канал, где она снимала со своей, с братом жены, мукбанги. Но потом я поняла, что это и есть тот же канал, просто очень много людей отписалось. Она также снимает видео, показывает, как она худеет, показывает свой рацион, но комментарии закрыты. Вы ничего не сможете ей, как всегда, написать. Она не показывает себя, показывает только весы, какой у нее вес и как она питается. Я честно и искренне
желаю ей похудеть, достичь своего желаемого результата. То, что она показывает, как она худеет, это очень хорошо, это стимулирует. Слава богу, ничего не продает. Ну, это пока. Комментарии, как всегда, закрыты. Не понимаю, почему. Боится, может, каких-то негативных комментариев. Но мне кажется, все равно комментарии нужны. А большинство в комментариях очень добрых и положительных людей, которые поддерживают всегда человека, который худеет, который стал на истинный путь. Лучше, когда открытые комментарии, когда у тебя есть большая, огромная поддержка людей, это очень-очень стимулирует. Так что я от всего сердца, честно, желаю ей похудеть, ничего не продавать, так как она не является врачом, диетологом, специалистом. Да, она может показывать, как она это делает, как и многие девочки показывают, как они худеют, но каждый человек должен сам для себя подбирать диету. Если он не знает, как это сделать, лучше обратиться к врачу, к специалисту. И не по интернету. Очень много, да, есть диетологов грамотных, которые показывают, как нужно худеть. Делают, причем это бесплатно. Но чтобы квалифицированно сделать помощь человеку, это нужно его посмотреть, посмотреть его анализы. И только после этого назначать конкретную диету. Ну, это лично мое мнение, с которым вы, возможно, будете не согласны. Но от вас я очень жду поддержки. Сегодня я начала свой похудательный день. Я не могу сказать, что это какая-то конкретная диета. Нет, это больше правильное питание. Меньше вредного, побольше полезного. К сожалению, это надо было начинать пораньше, когда было лето, когда было больше красок, овощей, фруктов, когда было намного проще худеть, но Оля не ищет легких путей, она заходит с более тяжелых, когда уже наступила осень, слава богу, еще пока есть сезонные наши овощи, есть чем полакомиться, ну, ничего страшного, и зимой можно купить, конечно, уже не настолько вкусные и, возможно, полезные, но все-таки при желании всегда можно худеть. Сегодня я уже поела, выпила стакан воды, сейчас только 11 часов. Выпила стакан воды, правда, не теплой, не могу я пить теплую воду, просто стакан прохладной водички, знаю, что это неправильно. И съела салатик, очень вкусный, чем-то похожий на греческий, но я его под себя переделала, как говорится. Ставлю кусочек, как я его делала, я уже как-то даже показывала, кажется. В обед поем супчик, а вечером также поем салатик, но добавлю в этот салатик куриную грудку. Вот это на сегодняшний день мой будет рацион. Так что пишите, как вы худеете. Очень будет полезно, я думаю, не только мне, но и другим комментаторам почитать. Всем удачи, ребята. Пока-пока. Я очень люблю зелень. В этот раз у меня любимая руккола. Добавляю также сладкий перчик. Помидорчик. Очень люблю добавлять острый перчик чили. Добавляем огурчик и самую свою любимую сербскую брынзу. Очень-очень ее люблю. Заправляем, солим при желании. И салатик готов. Приятного аппетита!